Всем привет, дорогие друзья! На таких длительных поездках, как у меня, я заметил очень много остановок. Например, если вы будете брать 30 плюс часов на автобусе, то, в принципе, не бойтесь, ничего страшного в этом нет. Довольно-таки часто, там, каждые там, часа полтора, два, три, вы останавливаетесь. Так было, по крайней мере, у меня. И вот мы сейчас в Румынии, в кафешке, можно зайти покушать, можно с собой даже вообще еду никакую не брать. Вот, как видите, в каком я месте сейчас нахожусь. Я так думаю, в принципе, это по всем направлениям Евросоюза, если будете ехать. Никто вас держать 30 часов на одном месте не будет. Я уже посмотрел, там 7 лей чай стоит. Я просто уже с собой взял такие очень-очень вкусные сосиски в городе Ясы. Они мясные, я их в автобусе так покушал, что уже просто не могу. Как бы деньги тратить, денег у меня в обрез, потому деньги тратить в кафешке, в принципе, пока сейчас не буду. Может быть, вечером что-нибудь куплю, но наелся мясных сосисок. Конечно, сосиски намного вкуснее, чем вот в Киеве, например, я покупал там в мясных магазинах. Тут мяса очень много, нет хрящей. Вот смотрите, бензин, дизель 6,93 лея, газ 3,38 лея и 95-й 6,47. Вот вам обычная вот такая вот глубинка. Румыния, конечно, интересная страна, но как бы так намного задерживаться я бы, наверное, здесь не стал. Ну, как бы за счет того, что я побывал в других странах Евросоюза, наверное, может быть, за счет этого. А так, очень сложный язык, очень сложный. Я для меня это, и даже, я думаю, будет сложный для англоязычных. Как бы он не похож ни на что. Вот так вот. Даже здесь, смотрите, стоят, агитируют Бога. Я так понимаю, сектанты какие-то, скорее всего. Потому что вот парень в шапке стоит. И две возле него женщины. Номера вот здесь у всех румынские. Вообще, я здесь не вижу ни итальянских, ни немецких. Почему-то все румынские. Вот так вот. Магазин Alimentar. Что это, интересно, означает слово Alimentar? Такие, в принципе, довольно-таки аккуратные домики, симпатичные. А вы, друзья, не забывайте ставить лайки, также комментарии, чтобы мои хотя бы видео более-менее как-то продвигались. Я стараюсь для вас показывать, что и как происходит вообще в мире. Тем более я сейчас нахожусь, сами знаете где. Так что, друзья, подписываемся на канал, не забываем друг другу говорить приятные теплые слова, любую агрессию откидываем как-то в сторону, и мы победим этот мир. Надеемся, что скоро будет все замечательно. Смотрите, мой. И куда, вот вы поймете, куда вообще я еду. Я лично вообще не понимаю. Тут написано столько разных городов. Вот моего, например, города здесь нет. А, нет, в принципе, есть. Есть город. Но вот таких вот автобусов там было 5-7 штук. И я не знал, куда мне идти вообще. Я так потерялся. 5-7 штук одновременно подходят. И они в течение 10 минут должны отправиться обратно. Ой, как бы довольно-таки страшно было. Я начал спрашивать у людей, куда, а они ничего даже не хотят помогать. Водители, они, ты не понимаешь язык, они даже на английском ни на чем, они вот как бы на своем, на румынском, и вот так вот. Короче, одним словом, жестко все очень. Ладно, все, будем о хорошем, всем пока, всем до новых встреч. Дальше будет дорога, дальше будут новые видео. Пока-пока.